Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму компот из винограда с яблоками по самому простому и быстрому рецепту. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Грозди винограда хорошо промываем и удаляем все порченные ягоды. Яблоки твердых сортов режем крупными дольками и вырезаем семенную коробочку. Затем берем горячие стерилизованные 3-литровые банки. В каждую из них кладем 300-400 граммов подготовленных яблок. Примерно столько же винограда с веточками. Добавляем по 300 граммов сахара. И по 2-3 грамма лимонной кислоты. Дальше заливаем поочередно в каждую банку кипящую воду прямо с плиты. Сразу закатываем и переворачиваем банку вверх дном. Жидкость должна доходить до самого края банок, чтобы при накрытии крышкой она немного проливалась. Все это время вода кипит на небольшом огне. Когда все банки будут закручены, накрываем их теплым одеялом и оставляем в таком состоянии до полного остывания, примерно на сутки. Вот и все. Очень вкусный виноградно-яблочный компот на зиму готов. Хранится он прекрасно даже при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.